Безопасная утилизация. Сегодня в Чебоксарах открыли централизованный участок по переработке медицинских отходов. Необходимость в этом оборудовании назрела давно. Каждый год в лечебных учреждениях Чувашии скапливается более 6 тысяч тонн опасных веществ. Теперь перерабатывать такое количество отходов будет современная установка. Ее возможности сегодня оценил глава республики Михаил Игнатьев. Если раньше медицинские отходы утилизировали по старинке, вывозили на специальный полигон и сжигали, то теперь этот процесс упростит современная установка. Опасные вещества не придется обеззараживать и сортировать. Сюда будут привозить материалы и инструменты из операционных блоков, биологических лабораторий, инфекционных отделений. В герметичной камере их измельчает мощнейший ротор и острые ножи. Температура 151 градус, время выдержки 180 секунд, это 3 минуты. При такой температуре достаточно 4,5 секунды, чтобы прошла полная стерилизация. Все безопасно и стерильно. Разработчики дают полную гарантию. В камеры возможно поместить материалы любых размеров. После обработки класс опасности отходов понижается до самого начального. Экология не пострадает. Причем даже измельченному веществу специалисты находят применение. После переработки медицинские отходы измельчаются вот в такую пыль. Потом ее вывозят на полигон твердобытовых отходов. Но вообще, говорят специалисты, это сырье годится для производства тротуарной плитки. Специалисты составили экономический прогноз. Процесс утилизации отходов на новейшей установке менее затратный. К примеру, для этого и вовсе не понадобится средства для обеззараживания опасных веществ. На презентации современного оборудования собрались главные врачи городских и районных больниц. Медицинские отходы сюда будут поступать со всей республики. Открыть подобный центр планировали давно, но удалось это сделать только благодаря кооперации частного бизнеса и государства. Эта проблема у нас не решалась десятилетиями. И вот нашлись предприниматели, инвесторы, пошли на определенные риски и на условиях частного государственного партнерства запускают первый этап. Первый конвертер, который будет перерабатывать наши медицинские отходы. После презентации установки глава республики посетил и северную поликлинику. Сначала он решил проверить, насколько эффективно работает электронная регистратура. Нареканий к этому ресурсу не было, хотя в отделениях больницы оказалось не все так гладко. Где-то необходимо сделать ремонт и модернизировать оборудование. Интересовался глава региона и заработной платы работников. Расспрашивал о том, насколько пациенты довольны обслуживанием. Андрей Ковалев, Ирасиль Мухаметов, Республика.